Всем привет! Опоздавшим двойной привет, которые смотрят запись начала планерки. Вот. Ну что у нас сегодня? У нас сегодня грандиозный день. Мы подводим с вами итоги бомбического каталога 15 и будем говорить о том, как усилить и улучшить наши результаты в 16-м каталоге. Я думаю, что тема актуальна для всех, потому что все планируют новые звания. Кто планирует новые звания, поставьте плюсики, кто уже тут у нас в онлайне сидит на планерке. Планируем новые звания в ближайшие 2-3 каталога? Конечно, планируем. Для того, чтобы они у нас воплотились в жизнь, наши планы, нам надо анализировать то, что у нас получилось, для того, чтобы понимать, в какую сторону работать дальше. Согласны с этим? По-моему, это однозначный факт. И поэтому сегодня мы поанализируем с вами параметры бизнеса. Конечно, подведем итоги, всем похлопаем, все, потому что большие молодечики. Поговорим об акцентах недели, ну и о том, как же сделать так, чтобы наши новые звания были обязательно. Конечно, успех, он такой интересный, да, путь к успеху, он такой достаточно интересный. И мы будем с вами всегда говорить о том, что же нам приходится преодолевать для того, чтобы быть успешными, для того, чтобы иметь все те плюшки, все те замечательные штуки, которые наш успех нам даст в виде материальных ценностей, да, потому что невозможно быть счастливым и не иметь ни гроша денег, потому что моменты счастья зачастую покупаются за те самые деньги. Но и вторая сторона этой фразы в том, что можно быть несчастливым, имея деньги, если ты не имеешь времени их тратить. Наш бизнес с вами, он уникален тем, что мы имеем здесь возможность зарабатывать хорошие деньги без ущерба времени. Потому что когда вы выходите на хороший доход, хорошим доходом, ну, по моему мнению, считается там примерно 50 тысяч в месяц. Как вы считаете, хороший доход был бы? Вот как бы вы, да, как бы вы себя чувствовали, если бы у вас было 50? Ну, у каждого в семье по 50, да, 50 у мужа, 50 у жены, и вместе было бы 100. Хороший был бы доход. Ну, по-моему, нормально, да? И уже можно было бы ощущать счастье. Ну, опять же, если у вас было бы время на эти 100 тысяч что-то делать. Потому что если у вас нет времени заниматься собой, домом, родными, близкими, зачем нужны эти 100 тысяч? Вот об этом мы тоже будем сегодня разговаривать. Вот. Ну и, конечно же, идем мы все с вами к новым результатам. Сейчас важно нам с вами вот такую тему поднять и обговорить, как планы, да, наши. Ну вот я вам часто говорю уже достаточно долго, по-моему, весь 2017 год мы говорим о том, что мы идем к золоту, что цель нашего проекта в том, чтобы каждый из вас стал золотым директором. Все ли вы знаете, что нужно сделать, чтобы стать тем самым золотым директором? Что нужно сделать, чтобы стать золотым директором? Ответ на самом деле очень простой, да, я думаю, что все его выучили за это время, что нужно выстроить две организации директорские, да, чтобы там были лидеры, которые поддерживают товарооборот на уровне 8-9 тысяч баллов, да, лучше 10, к 10 тысячам баллов стремиться в каждой директорской организации. То есть у вас, лично у вас, должно быть как минимум в группе примерно 25-27 тысяч баллов. 20 тысяч – это 10 и 10 директорских, плюс еще 7 тысяч сбоку группами для того, чтобы у вас максимальная была зарплата. Вот это та цель, к которой мы идем. Но скажите, пожалуйста, когда начинается строительство любого объекта? Потому что наш бизнес, он очень схож с понятием строительства. Вот, например, вы собрались строить дом.
Вот неужели вы собрались вчера и завтра пойдете уже класть кирпич куда-нибудь? По-моему, такого просто невозможно себе представить. То есть дом начинает строиться только, да, с фундамента, Оля, я с тобой согласна. А фундамент как заливать? Под комнаты же он сразу заливается. То есть прежде чем строить дом, нужно сделать план. Причем план для дома, он там специальным образом покупается, да, специальные люди его проектируют. Выбирают, да, выбирают место для строительства, проверяют почву, как почва выдержит этот самый дом, сколько там он будет весить, да, эти стены. И все это сначала просчитывается. И только после того, как дом построен на бумаге, то есть есть проект этого дома, только после этого выезжает группа и начинает рыть фундамент, да? Ой, ну как, котлован под фундамент. То есть начинается уже физическое строительство. Вот давайте с вами проиграем эту ситуацию, прям 3 минутки на это время не уделим. Вот есть проект, да, то есть проектировщики все просчитали, рассчитали. Вот есть план дома, проект дома. Начинают люди строить, окей, они построили, вырыли вот этот вот котлован, залили этот фундамент и начинают строительство. Пусть дом будет кирпичный, да, начинают класть кирпичи. Вот представьте, строитель пришел, 3 кирпича положил сегодня. 3 кирпича положил через неделю, и через 2 недели он приходит и говорит: не получается дом. 6 кирпичей положил, дома не вижу. Что вы ему скажете на это? Да очень просто. Вы скажете, что вот проект, посмотри. Тут будет не 6 кирпичей, а гораздо-гораздо больше. То есть кирпичей будет много, и тогда будет дом. Но точно не 6. И не 26, и гораздо-гораздо больше. То же самое у нас с вами. Смотрите, у нас есть проект. Проект вашей организации – это две группы по 30-40 человек премьер-клубовцев. Это проект нашей организации, нашего дома, нашего будущего. И пригласив 3 человек, вы можете не видеть конечный результат. Но вы точно понимаете, что когда их будет 50, 30, 40, 50 человек, премьер-клубовцев, да, ключевых партнеров, у вас будет дом. У вас будет группа. Но для того, чтобы ее построить, нужно отработать не один день, не два и не месяц. Именно отработать. И не так, что понедельник, среда, пятница я работаю, да, все остальные дни я балду гоняю. А работать именно каждый день. Просто наша работа, она немножко такая аморфная, да? Ее невозможно пощупать прямо вот здесь и сейчас. Потому что даже когда вы разговариваете с вашим знакомым и рассказываете презентацию бизнеса, когда вы учите презентацию бизнеса, чтобы ее кому-то рассказать, вы тоже работаете, это важно понимать. Потому что выкапывание котлована под фундамент, сравнивая, да, с домом. Вот процесс выкапывания котлована, вот этого котлована под фундамент, аналогом в нашем бизнесе является обучение. То есть, когда вы обучаетесь, вкладываете в свою голову знания, как раз-таки эти самые знания, они вам позволяют потом строить, класть вот эти самые кирпичи вашего будущего дома, быстрой скоростью, не задумываясь о том, будет у вас результат или нет. Он будет точно, это вообще 100%, просто надо быстро класть кирпичи. А кирпичи – это регистрация. Из этих регистраций высеиваются ключевые партнеры. И когда этот дом у вас построится, да, когда вы его начнете обделывать там всякими красивыми штуками, как раз-таки вы откроете звание золотого директора. Для того, чтобы попасть на конференции и получать максимум удовольствия от звания золотого директора, нужно в 14-м каталоге открыть это звание. Это крайний срок, когда нужно открыть. Можно открывать раньше. Открываете звание золотого директора и до 4-го каталога закрываете. Но сейчас есть ряд интересных юбилейных программ, которые вам важно знать и помнить. Вот это вот ваш проект. И вот эту неделю я готова посвятить на то, чтобы с каждым из вас этот проект разрисовать.
Потому что это очень важно. И лично я, я сегодня сижу вам и говорю о том, что я заинтересована в том, чтобы каждый из вас попал. Привет, привет, Марин, привет. Я очень хочу, чтобы каждый из вас попал как минимум в самый... круговорот событий. Денис мне подсказывает. Спасибо. В директорскую команду я хочу, чтобы вы попали. Но максимально мы ставим вам цель золото открыть. Золото открыть не позднее второго каталога для того, чтобы попасть в вот эти вот премии. Да, 500 000 рублей премиями заработать. Привет, девчонки. Молодцы, что вышли. Вот. Это я такую цель большую ставлю. Да, вот 3 премии по... долларовые, плюс еще 3 премии рублевые, которые дополнительные сейчас у нас объявлены. Это юбилейная программа, которая сейчас говорит о том, что до 10-го каталога те, кто закрывают новые звания, они получают дополнительную премию в 50 тысяч долларов плюс... о, 50 тысяч рублей плюс к долларовым премиям. Да, 50 тысяч рублей к долларовым премиям. И поездка, конечно, в золотую конференцию будет. Понимаете? То есть вот туда вот нам надо с вами нацелиться. Но если вы сейчас посидите и скажете, ой, да, ну да, я хочу. Ну вообще, вот кому, пойди вот на улицу каждому спроси, хочешь 50 тысяч рублей? Он скажет, хочу. Ну как не хочу? Все хотят, и 500 000 все хотят. А вопрос, готовы ли вы что-то делать для того, чтобы эти деньги получить? И эти деньги не свалятся с неба никому. И... если вы сегодня посмотрите эту планерку и скажете, ну да, хочу, закроете планерку, закроете компьютер потом через час, да, после нашего вебинара, и все, и пойдете спать. Не будет этого результата, понимаете? Вот сейчас вот важно принять решение и сегодня написать фундамент. Фундамент вашего этого дома, то есть проект, проект вашего нового звания. Где я буду искать этих людей? Написать список знакомых из 150 человек. И завтра, уже завтра со мной его проанализировать. Я вам скажу, как кому писать. И вы пойдете писать. Вы пойдете писать, звонить, первые сообщения. Вы пойдете делать предложения в бизнесе. Мы будем с вами много проводить собеседований. Вам придется научиться быстро проводить их самостоятельно, потому что мы будем много рекрутировать для этого результата. И вот этот вот огонечек, который... вот там вот, да, на слайде есть. Вы видите, вот это вот, это тот жар, с которым вы начнете это делать. Вот когда вы будете с жаром рассказывать людям об этих возможностях, звонить всем, предупреждать о том, что позвонит менеджер, созваниваются менеджеры с вашими знакомыми, вы потом их дорабатываете на wellness, вы влюбляетесь сами в продукцию wellness. Тогда реально открыть это звание, я вас уверяю. По 1000, по 2000 баллов можно приращивать в каталог. И мы это доказали прошлым каталогом. Вы сегодня увидите цифры, сколько баллов сделали новички нашей организации. И это действительно офигительные цифры, правда. Некоторые из них я вам сегодня сейчас прям покажу. Вот, задачу я уже обрисовала, да, открыть звание золотого директора. Ну и обращать внимание на вот эти показатели. Мы сегодня с вами про них поговорим очень подробно. Если кто их еще не выучил, запишите их еще раз и помните о том, что эти цифры, они дадут вам рост. Они реально дадут вам рост. Но для того, чтобы расти и попадать в юбилейную программу с 50-тысячерублевыми премиями, цифры эти надо увеличивать. Но эти цифры, они дадут вам уже хороший стабильный рост, и вы в течение полугода точно откроете звание директора. Так, с расчетами чуть позже я еще раз покажу, да? Как быстро расти? Быстро растут на теплом рынке, да? Это я уже вам тоже говорила. Я эти слайды буду показывать вам каждый раз, потому что ничего нового в нашем бизнесе придумать невозможно. Можно... только с новым отношением посмотреть на этот слайд. И я очень надеюсь, что с каждой планеркой нас, тех людей, которые смотрят с таким ощущением открытия на эти слайды, будет все больше и больше. Потому что нам важно поверить в себя прежде всего, что я это сделать могу. Потому что мы можем с вами все, мы себе ставим вот очень много вот этих вот рамок сами себе.
сужаем их вообще до нельзя. Вот в этом вот кубике живем, что вот я в домике, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу, да, как те самые обезьянки. А на самом деле вы все уникальные, уникальные личности, уникальные лидеры, уникальные рекрутеры. Вы можете все. Вы можете написать список 100. Вы можете сделать 10-20 первых диалогов, сообщений, предложений, чтобы были 2-3 регистрации. И запустить эти 2-3 регистрации также на списке знакомых и на сообщения. Это все возможно. Просто не все этим занимаются и не все на это уделяют внимание. Вот. Какие же цифры, с какими цифрами мы пришли сегодня с вами в текущий 16-й каталог? Этот слайд заслуживает вообще бурнейших аплодисментов. У нас вырос с вами отлично платиновый премьер-клуб. Он вырос у нас в 2 раза. У нас 16 человек платинового премьер-клуба. Всем большие аплодисменты. Ой, что за смайлик, Марина, непонятный. Марина у нас новый участник премьер-клуба Платинум. У нас Людмила постоянный участник клуба Платинум. Сударева Ольга постоянный участник премьер-клуба Платинум. Трофимова Катюша у нас в серебряном премьер-клубе. Да, ты в шоке от того, что мы заработали все вместе 150 тысяч рублей? Представьте, что вот эти деньги заплатили в нашу команду, вот в нашу маленькую команду, вот тех людей, да, вот их заработали вот эти вот 47 человек, которые находятся в премьер-клубе, потому что больше никому деньги не заплатили. На 47 человек заплатили 150 тысяч рублей. Круто? Круто. Очень круто и очень здорово. Wellness у нас 1500 баллов. Мы Wellness с вами съели. У нас Wellness в организации сейчас 12%. Это цифра, над которой стоит работать на самом деле. Далее. На самом деле мы правда большие молодцы. Представьте, что вот если бы к этим 10 практически тысячам баллов мы бы добавили еще баллов, так это 1500 Wellness или 2000 баллов Wellness, сколько бы было денег? В принципе, весь wellness нашей организации обходится бесплатно, да, Reflame его оплачивает. Это очень круто. Вот, строители команды нашей, замечательный, да, аппарат успешных строителей. По поводу того, что откуда брать баллы, да, для того, чтобы расти. Люди, вот смотрите, пожалуйста, да, 24 регистрации у нас прошло, и 17 новичков было заказами. В итоге эти 17 новичков сделали заказов на 1200 баллов. Впечатляет вас такая цифра? Меня она очень впечатляет, потому что это, собственно говоря, в принципе, может быть работой одного лидера, который очень-очень хочет расти и попасть на золотую конференцию 2019 года. Потому что 24 регистрации может сделать каждый из нас. Однако же, да, это очень впечатляет, это на самом деле реально, просто в себя нужно поверить и действовать, и делать до тех пор, пока не получится. Потому что получается у тех, кто делает каждый день, получается у тех, кто настойчив, получается у тех, кто уверен в том, ради чего он это делает. Если вы не уверены и делаете шаг вперед и думаете, вот у меня сейчас вот-вот получится, а потом через 3 секунды начинаете верить в то, что говорят окружающие, а окружающие в это не верят, и это нормально, то не получится. Понимаете? Потому что не надо смотреть на окружающих. Стрела, летящая в цель, она препятствий не наблюдает. Вы сейчас становитесь стрелами на нашей планерке. Сейчас будет курс автотренинга. Вы стрела, летящая в цель. Вы препятствий не наблюдаете. Вы видите только свою цель. Цель – это звание золотого директора. Вы видите цель, что вам нужно 70 премьер-клубовцев, по 35 в каждой команде. И в этом случае все будет хорошо. Вы только что увидели, да, на предыдущем слайде, что 47 человек делает товарооборот 10 тысяч баллов. Соответственно, 35 человек делают 7500. Вам надо не 7500, а 20 тысяч баллов. То есть
Ну, 35 плюс 35, а дальше эти 35 еще найдут своих. Поэтому давайте вот на этом заостримся, вот на этом слайде. Вот не зря мы все это считаем. Это достаточно трудоемкий процесс посчитать каждого рекрута, каждого стартера, сколько у кого там получилось приростов. Ну, я заметила одну интересную вещь, что вот эти вот все наши замечательные рекруты, стартеры переходят в рекруты после рассказы бизнес-презентации. Когда вы делаете бизнес-презентацию, шансов на то, что у вас появится ключевой партнер, увеличиваются. Конечно же, я не могу не похвалиться нашими результатами, сколько у нас много новых премьер-клубов Platinum, да, это те, кто вообще только-только пришли недавно и вошли первый раз в премьер-клуб Platinum. Это Мариночка Белюкова, это Олимпиева Наталья, Бондарева Любовь. Три девушки, которые замечательно вошли в платиновый премьер-клуб, и я вас этим от всей души поздравляю. 13-16. Не знаю. Так оставлю здесь. Ну, оставлю. Извините, мы тут ролик делаем еще. Да. Молодцы, молодцы. И вообще, да, у нас очень много людей, которые вошли в платиновый премьер-клуб, которые были до этого в золотом премьер-клубе. Поэтому, дорогие наши золотиночки, которые сейчас пока еще в золотом премьер-клубе, в платиновом класснее, девчонки, давайте уже будем целиться туда. Вот, наши замечательные умнички, которые у нас в золотом премьер-клубе, кандидаты в платину. Трофимова Катюша у нас присутствует сегодня здесь. Мы тебя поздравляем, ждем тебя в платиновом, Кать, в премьер-клубе, там интересней. Да, девчонки? Алена Сухорукова. Где ты тут? Было. Есть. Вот, тоже ждем тебя в платиновом премьер-клубе. У нас есть новенькие девочки, которые зашли вообще в премьер-клуб. Александрова Валентина – это новичок, квалифицированный, только в этом каталоге уже сразу 160 баллов. Рябинина Татьяна – это новый менеджер наш, ну, первый раз сделал 150 баллов, получил хороший доход. Вот, все остальные девчоночки, умнички тоже. Курилова Алена хорошо закрепилась в премьер-клубе, молодец, знаю, запись будешь смотреть. Алена, умничка. У нас есть новичок Иванинова Настя, которая только-только пришла, опять же, тоже только квалифицировалась, но квалифицировалась с заказом на 194 балла. Это тоже круто. Настя пошла собирать заказы после нашей бизнес-встречи с ней. Поэтому я вам говорю, что бизнес-встречи проводить нужно, важно и обязательно. У нас есть серебряные премьер-клубовцы, которых тоже очень много. Они тоже все большие умнички. Это Гуревич Елена, Царапкина Татьяна, Аликбаева Женя, Маметьева Надежда, Федурина Екатерина вернулась у нас в премьер-клуб, тоже выделила, молодец. Даутова Лариса, Раиса Даутова, что-то у меня тут исправлено, Раиса. Вот, вообще круто-круто, молодцы. Аплодисментики нам с вами. Ну, я очень хочу, конечно, про всех сказать, всех похвалить, всех люблю, обожаю, хвалю, ценю, уважаю, молодцы. Wellness тоже требует отдельного внимания, девчонки, но на Wellness надо поднажать. Но это такие продукты, которые вообще уникальности своей не знают равных. Вот. Чего стоит новая история от Тани Красовицкой? Тань, спасибо тебе, я уже собрала заказ на белковый комплекс. Все ли вы читали историю Тани про то, что ее мама за месяц использования протеинового комплекса в качестве добавки в кофе постройнела на 5 килограмм? При неизменном графике питания, при неизменном графике жизни она просто стала сыпать белковую смесь в кофе. Сыпала смесь в кофе, постраняла на 5 килограмм. Кто захотел белковую смесь сыпать в кофе? У меня уже одна такая есть. Повезу ей, когда приеду, повезу ей белковую смесь, потому что реально это вообще круто. Круто, 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 просто круто. Я вообще в полном восторге от таких вот
новостей. Вы меня слышите? Вы слышали историю Тани? Читали ее в чатах? Почему плюсики не ставите? Делаю вывод, что либо меня не слышно, либо не читали, либо не пишете. Я вам не сказку на ночь рассказываю, я вам планерку провожу. Хочу, чтобы вы мне отвечали. Так, ну, давайте быстренько посмотрим, сколько у нас народу получило подарки, да? Тут вот у нас Нарине уже подсоединяется. Да, слушаешь? Молодец, слушайте хорошо. А, девчоночки, которые... Молодцы. Этим и хорош наш бизнес, что мы можем делать его вместе со своей семьей, не отходя далеко от своей семьи. Девчонки у нас замечательно прошли первый шаг и получили ситуативный подарок, да, туалетную воду, The One Disgust. Эта акция закончилась, новички этого каталога у нас теперь будут получать пока только набор молоко и мед. Ну, вот вам повезло, и все, кто закончили свой шаг в этом каталоге, в прошлом, точнее, да, в 15-м, с заказом по 16-му каталогу этой туалетной воды за рубль в качестве подарка, все они получат по 11 медалей дополнительные. И это вообще супер новость. Я вас с этим поздравляю всех. Вот, да, супер. У нас есть те, кто прошли второй шаг. Я желаю всем новичкам, которые первый шаг закрыли, пойти по стартовой программе. Посмотрите, какие подарки вас ждут. Мариночка у нас получает в этот раз уже второй шаг, да, это и крема, и тушь, и помада. Классный набор, обожаю вообще второй шаг стартовой программы за его наполненность, да, целых 5 продуктов. Шаг третий, Марина, смотрите, что вас ждет дальше. Третий шаг, да, это Джордани, набор Джордани, парфюмерная вода, тональная основа. Тушь и помада тоже, все из серии Джордани уже... Трем нашим замечательным девушкам эти комплекты отправятся в ближайшее время с их заказами. Ну и за четвертый шаг. Да, Катюша у нас прошла четвертый шаг стартовой программы. И сейчас будет на выбор уже комплект либо для женщин, либо для мужчин уже с wellness-пэком. И это тоже, я считаю, мега просто круто. Мега крутые подарки. Вот, ну и готовьте ваши ладошки, потому что у нас очень много поздравлений. Сегодня всех будем отмечать также в поздравительном ролике, поэтому я много времени не буду тратить, потому что я хочу вам, ну, в рамках планерки еще что-то сказать. Слайды вы можете сами пролистать. Но у нас 15-процентник новый, это Козлова Валентина. У нас двенашки новые, активированные, это Королева Людмила, Рябинина Татьяна, Зиятова Кристина. У нас куча людей неактивированных, да, которые, если делают 150 баллов, они много получают всего, и скидки получают, и бонусы получают. У нас есть новые 9-процентники, Катюш, Трофимова с активацией. Да, себе любимый четвертый шаг, это хорошо. Еще себе любимый будет скидочка, да, новый 9-процентник. Ты у нас, Катюша, поздравляем. Курилова Алена, уже скоро ждем тебя. Выше 12-15, да и вообще всех ждем в директорах. Давайте уже быстро эти все проценты пробежим и пойдем в директорскую команду. А как туда пойти? А поздравить всех потенциальных еще своих партнеров, которые еще не активировали бизнес и не делают заказы на 150-250 баллов. Давайте им всем расскажем дружненько, чтобы они вот эти вот баллы делали. И тогда все уже быстренько выйдут на новые уровни, и это будет очень классно и круто. Вот. Сколько у нас потенциальных девяток? Обалдеть, да? Представьте, каждый сделает 150 баллов. Очумеешь, какие там будут балловые результаты. Новый 6-процентник. Марина Белюкова, аплодисменты тебе. Первый шаг стартовой программы пройден и уже... А второй шаг стартовой программы пройден и новый уровень. Это очень круто. Мы тебя поздравляем. Еще у нас, да, 5 девушек замечательных вместе с тобой и мальчиков вышли, да, на новые уровни. Тоже всем большие аплодисменты. Потенциальных сколько, люди, смотрите, сколько у нас работы. Менеджеры наши любимые. Вот кого надо всех поздравить и чтобы они активировались. Это будет все очень круто.
3%-ников тоже очень много новых. Нарине, ты у нас тоже уже новый консультант 3%. Мы тебя с этим поздравляем. Поздравляем всех, кто делает заказы и считается активированным, да, то есть он уже свой кабинет закрепил и на пути к получению доходов. Для того, чтобы получать доходы с уровней, нужно делать 150 личных баллов. 3%-ников у нас тоже очень много, и выгоды колоссальны. Также у нас все новичочки участвуют в розыгрыше рублевых премий. Розыгрыш пройдет у нас в первом каталоге. У нас в этот раз вот сколько? 10, 12, 14, 17 участников. Вот. Запишем их в розыгрыше. Вот. Ну и отдельные аплодисменты заочно мы отправляем Леночке Киченко, которая упорно продолжает квалификацию на Хорватию. Лена, этот каталог для тебя решающий, поэтому мы тебе желаем успехов вместе с твоей командой. Рвануть в директорскую команду прямо быстро. Вот. Ну и о чем бы я хотела с вами поговорить? Что, Гуревич? А, я ее, да, не внесла, Оль, хорошо. Я торопилась, просто в машине слайды делала. Напиши мне в Телеграм еще раз, пожалуйста, я ее туда внесу. Я поняла. Угу. Да. Не заглянула в одно место, чтобы дописать. Молодец. Вот смотрите, девчонки, всегда за своими людьми важно следить и помнить. Наша команда растет, и мне нужна уже ваша помощь в отслеживании вот таких вот моментов, как розыгрыши, как участники премьер-клуба, рекрутеры и так далее. Для того, чтобы наши рейтинги были полные, и для того, чтобы все люди у нас были внесены грамотно в эти рейтинги, необходимо, чтобы каждый менеджер писал свой маленький отчетик и уже следил за своими партнерами самостоятельно, потому что я, конечно, много могу отслеживать, я стараюсь, но с мерой роста наших организаций каждый раз по 30, 40, 50 человек к нам приходит, просто иногда физически я зачем-то уже не успеваю. Этот бизнес уже он становится вашим в том числе, и давайте уже будем тогда следить за этим вместе. Для того, чтобы за этим следить, нужно вести вот такие вот таблички. Я вам сегодня готова показать рабочие цифры этого каталога, да, то есть это две таблицы наши с нашими результатами. И мы видим, что, собственно говоря, все реально, все возможно, и когда вы попадаете по цифрам, то дается прирост. Мы занимались в этом каталоге, все группы у нас работали отлично, и вот посмотрите, что вот 2158 баллов. В прошлом каталоге у меня было командных тысячу с чем-то. Это моя табличка, моя с Олей табличка. Потому что директорские команды в мой отчет они не включаются. Поэтому я слежу за своим объемом самостоятельно. И важно следить за тем, как у нас работают команды. Вот я на маленьком примере, это просто то, что вас всех ждет прям буквально в ближайшем обозримом будущем. Вы тоже можете с 1000 баллов стартовать на 2, на 3, то есть сразу с 9% скакануть на 15. Как? Да каждый день просто я проводила бизнес-презентации всем, неподписанным своим знакомым, подписанным людям, которым я еще не успела бизнес-презентацию провести. Я просто много со всеми общаюсь. И получается, что вот у нас активность, да, вышла 88%, то есть из 33 человек бака 29 сделали заказы. Я считаю, что это моя победа, наша победа вместе, потому что мы с Ольгой, ну, и с Денисом также работаем над этой командой. Стартеров 8, рекрутов 3. Конверсия небольшая, но тем не менее эти 3 рекрута сделали заказы на 346 баллов. Я считаю, это круто. Крутой результат именно для этого
каталожного периода. Да, не дотягиваешь иногда, да, до тех цифр, которые нужны. 9% у нас рекрутинг, мы это знаем, мы работаем над этим. Но зато 15% реактивация. То есть больше людей реактивировалось. И в итоге 1700 баллов сделали 8 человек. Почему важно иметь хороших премьер-клубовцев в структуре? На 4 умножить, собственно говоря, да? 2×4 – 8. То есть 30 человек таких вот премьер-клубовцев, они дадут 7500 баллов. Это еще раз просто подтверждает, я вам даю. Да, привет, привет. Рабочие цифры. Рабочими цифрами становятся только после того, как вы начинаете ими работать. Вот вторая табличка, которая ждет тех, кто вот с той первой таблички начнет и пойдет. Через несколько каталогов вас ждет вот эта табличка. И это вторая таблица персональной группы Дениса, да? Посмотрите, пожалуйста, уже 97% активных, баг 158. В активность мы почти попали с вами, 61% активности. Стартеров 24, рекрутов 18, крутая конверсия 75%. Крутой рекрутинг чуть-чуть, и было бы 15%. А вот с реактивацией у нас с вами произошел, ну, затык, да, потому что рекрутировали, занимались личным товарооборотом хорошо, про реактивацию забыли, да, реактивация оказалась 3%, а не 10%. Ну, зато с прошлого каталога, вот чем мы хорошо сработали, наша организация Дениса, тем, что в прошлом каталоге было 7500, 7600 баллов мы закрыли. Этот каталог мы с вами закрыли 10000 баллов. Откуда эти баллы? Это новички, да, 875 баллов сделали. И 8 новых премьер-клубов в платину. А в платине же веселее. Ну-ка скажите, девочки, кто в платине? В платиновом премьер-клубе. Вам где больше нравится, в золотом премьер-клубе или в платиновом, когда вы находитесь? Где интересней? По-моему, интересней в платине. Я вот в платину зашла и не выхожу оттуда, потому что мне там нравится. Ну, кто в платине-то, напишите. Естественно, в платине веселее. Поэтому стремимся все туда. Рассказывайте, вам же самим нравится, рассказывайте всем остальным. Не знаешь? А ты вот зайди, посмотри на свою скидку, сразу узнаешь, где веселее. Веселее в платине. И посмотрите, пожалуйста, да, что вот такая вот небольшая команда. Так, сколько человек, премьер-клубовцев? Да, 39 человек заработали больше 100 тысяч рублей суммарно. Это же вообще вот просто здорово. Просто здорово. И вот они, пожалуйста, 40 человек премьер-клубовцев сделали 8000 баллов объем. Поэтому директорская команда – это 30 человек. Мы что с вами, за 2 месяца не можем найти 30 человек, которые будут в платиновом премьер-клубе? Да можем мы все. Просто нужно рассказывать людям, как там быть. Это реальные цифры. То есть я вам все красивые цифры тоже показала. Это вот реальные цифры, которые сейчас вот мы сработали с вами. То, с чего начинали, и то, вот куда все идем. Хотите, можете заскринить вот этот вот. Может, это вас будет мотивировать. Меня мотивируют реальные цифры. Когда я их подвожу, я так безмерно вами всеми горжусь. Я так довольна тем, что у вас получается. И очень хочу, чтобы у вас получалось больше. Поэтому вот эти циферки я вам сегодня даю. Да, какие же выводы по цифрам мы можем сегодня с вами сделать? Что рекрутинг, друзья, это источник новых возможностей, новых знакомств, новых лидеров, новых участников премьер-клуба. Из рекрутинга мы все это берем. Далее, те, у кого есть спящие консультанты. Обращаю ваше внимание, что время работы со спящими консультантами – это первые полторы недели каталога. Вот сейчас важно поздравить премьер-клубовцев, да, у которых у вас есть, с закрытием, завершением каталожного периода и с их доходами, и разбудить спящих, написать им и сказать: привет, скоро Новый год, вот тебе каталог, у тебя есть скидка, ждем тебя в Oriflame. Ну и третий акцент,
это знание презентации. Знание презентации – это залог успеха. Я знаю, что презентацию новую выучила Марина. Марин, как у тебя с презентацией? Ты ее еще репетировала? Напиши, пожалуйста. Я знаю, что ее учит Валентина. Я знаю, что ее учит Ольга Сударева. Кто еще учит презентацию? Рима, ты учишь новую презентацию? Есть ли у тебя на нее ссылка? Да, из бизнес-квеста презентация. Но она вообще просто презентация. Ее не только в рамках бизнес-квеста надо использовать. Это презентация, которую мы рассказываем всем людям. Вы ее должны знать так, что вас ночью разбуди, вы ее рассказали. Взяли листочек и закрытыми глазами все нарисовали. Когда вы ее знаете, вам есть что рассказать людям, и у вас появятся обязательно ключевые партнеры. То есть знаете ее, значит, тренируйтесь на всех окружающих. Это очень важно. Обдумываешь? Молодец. Так, это что касается нашей планерочной части. Я сейчас презентацию остановлю, и вторая часть будет по каталогу, чтобы легче было потом ее найти.